Были не почитаем. Была она мать. Постарела мать за 30 лет. А вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых, не пришло. Раз к нам прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто не знал войну, кто узнал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Больно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать закрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Дома ей все чудилось кино. Все ждала, вот-вот сейчас в окно, посреди тревожной тишины, постучится сын ее с войны.